что за водичка? А, это не то. Мы еще туда не доехали. Думал, уже близко. Так, блин, там... По полоске-то, в принципе, видно, что мы далеко. Но какого-то черта я подумал, что мы близко. Так, тут мы сейчас застрянем, конечно же. А перед началом ролика рекомендую посетить мой магазин игр Alex Store. В ассортименте найдется большой выбор игровых ключей и аккаунтов, постоянные акции, подарки и раздачи. Все это и многое другое в моем магазине игр Alex Store. Ссылка в описании. Потому что свесы нам не позволят проехать. Как минимум задний. Я охренею, если мы выйдем сейчас. Ну-ка. А-ля понижаечка. Нет. Ни в какую. Нужно лебедиться, как всегда, и наверх. Уже без лебедки ползет. Нормально. Чуть-чуть лебеднули и пополз. Ну, как раз тут просто будет так летать с распуском с этим. Вообще жесть. Но с распуском я даже не знаю, стоит ли туда ехать, в ту яму. Вот в эту вот. Блин, давайте проскочим, наверное. У нас же есть сбоку за что зацепиться? Да, есть. Ну, поехали тогда, черт с ним. Надеюсь, здесь он не завалится. Хотя вероятность есть, но... Также вероятность проезда тоже как бы есть. Так, я понял. Вот так вот. Чтоб мы не завалились на бок. Никаким случайным образом. Так, 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 так. Опа. Блин, а сейчас точно прокинемся. Вот просто вангую, что прокинемся. Я просто чувствую это своей жопой. Боже. Да и лебедки это и здоровье. Она просто тащит эту игру. Просто тащит. И тащит этого зилка, который на камнях уже сел, бедный. Мне кажется, он сейчас снова прокинется. Боже, как нам стрёмно ехать по камням сраным. Ну-ка, сам будет подниматься? Потихоньку ползет, но очень тяжело ему. Очень тяжело. Но выполз. Да? Да. Так, что мы делаем дальше? А, я понял. Ну, сейчас я этот спуск проеду. А, это и все. Я думал, он более крутой будет. Так, значит, нам вот сюда... Вот сюда. И пилорама где-то здесь. Во, все. Мы наконец-то про тебя забудем, чудовище ты, которое мне нервы потрепало сегодня. Бах, ну сейчас снова застрянем. Нет? Да быть такого не может. Быть такого не может, чтобы мы сейчас не застряли нигде. Камушки, здравствуйте, сейчас мы опрокинемся на вас. Ну и как-то так наискось. Ну лучше потихонечку, же булыжники эти, блин. Что, проезжаем, что ли? Неужели мы проезжаем? Драйвер? Дальнобойщик? Что за достижение такое? Надеюсь, ты здесь не утонешь. Там... О, ни хрена он разогнался. Прям жесть вообще. Баба, дерево, привет. Думал сначала, думаю, надо его объехать, потом думаю, да нахрена, мы и так впишемся. Ну, типа, задом по чуть сдает, но
все уже мясо. А нет, стоп, правильно все вывернул. Назад сейчас дадим чуть-чуть. А лебедкой подтянем, он выровняется. Теперь можно чуть вперед. Во. А, все, мы в дерьме, да? Так сказать. Оп. А если вот так вот? По хитрожопому. Дерево, привет. Блин, в темноте вообще не видно, куда колеса повернуты. Сука. Борта еле зацепил, все, в ухнарь просто. Куда ты руль? Вы видели, да, колеса раз резко такие, о, руль в другую сторону повернут. Так. Разгрузить. Теперь, дружок мой, ты пойдешь на корм рыбам. Блин, а тут мелко. Вот же ж говно. Повезло, собака. Так. Где там наш крас бедный? А, нам нужно в гараж. Роспуск. Так. Сложить. Блять. Еще раз давайте в гараж. Сейчас нормально? Да. Давайте сложим. Так, запаска у нас есть, всякая хрень у нас есть. Мы сейчас с этим же роспуском тогда, наверное, все отвезем. Я так думаю. Сейчас на заправку уже тогда заеду. Раз я за клавой сижу. Будет не выруливать на руле. И поедем на погрузку. И потом нужно будет еще довести один раз груз. Так бы, это уже была бы последняя ходка, ты представляешь? Это была бы последняя ходка, но нет, будет еще одна. Как назло. Все, можно ехать, значит, да? Куда руль повернуть? А, нормально. Все правильно. Все четко. Едем. Едем, едем, едем. Убивать свои нервы. Но хотя нет. Нервы уже будут крепкие, потому что мы на кразике. На кразике проблем нет. Это ж кразик? Да, это кразик. Это сейчас посыпется. Ура! Блин, прет ему вообще насрать на все. Ему просто насрать. Он просто берет и едет. Молча. Без лишних вопросов. Без полного привода. Просто берет и едет. Ну или не едет. Ну, мы просто неудачно подъехали сюда на этот подъемчик. Такс. Наш любимый мостик. Но здесь нам с сцепкой уже ехать не придется. Я тогда сказал, что второй раз поеду на клаве со сцепкой. У нас со второго раза уже со сцепкой не будет, потому что нам в другую сторону нужно ехать. Так получается. Блин, у меня все удары такие. Колея прям рулит за тебя вообще. На дифе, смотри, без полного привода, вообще изи. Поднимается, поднимается. Ну, так, раз более короткий. Но все равно. Туда можно было бы хотя бы 4 бревна загрузить, раз на то пошло. Ну ничего. Сейчас мы все сделаем. Сейчас все сделаем, сейчас будет все четко. Как раз день. Сколько времени? Ой, не то. 6 утра, шикарно вообще. Просто шикарно. Без полного, на изи просто. Так, ладно, давайте мы сейчас сами подъедем сюда по бырику. Развернемся, встанем нормально, как нам нужно. Роспуск распустим. Или не знаю, как его, разложим. Распустим. Не зря ж роспуск называется, правильно?
Так. Ядрить тебя налево. В прошлый раз отлично так назад откатился, сейчас не хочет. Раскладываться даже не хочет. Ну, типа ровно. Ага. То есть не типа, а ровно. Так, блин. Блинский блин. Все, на полном поедем, наверное, да, или как? Наверное, на полном будем ехать. Потихонечку как-то так. Он топлива, в принципе, хватит. На крайняк мы все равно там в гараже отспавнимся. Все довезем. Все сделаем, будет все классно. Главное сейчас этот груз довести. Нифига, ну ему сейчас снова тяжело. Наверное, потому что реально нарыли. Потому что мы один раз заехали туда, второй раз заехали, третий раз заехали. Еще четвертый раз. Или какой? Ну да, наверное. Даже запутался. Ну что, сейчас полетит. В основном не придется, скорее всего, лебедка пользоваться. Но единственное, что на том срезе придется лебедкой пользоваться, чтобы не завалиться. Но наш лес все равно там может завалиться. Поэтому там сейчас, мне кажется, будет даже опаснее ехать, чем на зилке. Через то озеро маленькое. Реально, мне кажется, будет опаснее. Ну, будет видно, короче. Будет реально видно. Зато камушки насрать. Просто переезжаем. Никаких ни лебедок, ничего вообще не надо. Вот тут сейчас, конечно, возможно, распуск немножко сядет на пузо. Хотя нет, скорее всего, не сядет. Опа, согнулся так компактненько, и все, и нормально. Прикол, да? Ну, система работает. Ну, блин, передние колеса постоянно вывешиваются. Так, давай, газ в полик. Сейчас будем выскакивать наверх. Нет, не будем. Вот здесь, по-моему, у нас тогда зелок не поднялся, да? Опа, опа, опа. Давай, 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 давай. Не хочет вообще поворачивать. Потому что колеса снова вывесились передние. Блин, катаюсь прям идеально по своим следам. Прям один в один, туда же заезжаю. Следы такие. О! Давай, 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 давай. Да вообще. 6 леса на изи, в 2 раза больше леса. Ну, правда, на полном приводе, конечно. Но крас делает вещи. Просто крас рулит. Так, нам же сюда ехать или нет? Или я уже проехал? А, да, я помню, мы вот эту речку маленькую проезжали. Так, вот здесь, по-моему, мы сейчас будем мордой клевать. А, мы даже по-хитрому сделали. Мы чуть наехали на обочину слева, и за счет этого мы сильно так не упали вниз. Снова морда поднялась. Жесть. Так, ну, сейчас будем смотреть, как нам лучше сделать. Сюда же полететь или же нет, или объехать. Блин, ну это просто идеальный путь, не хочется лишний раз кататься, поэтому предлагаю поехать сюда же. Надеюсь, мы не завалимся. Единственное, что может завалиться, это только лес. Давайте на максимум сразу же, куда мы там можем прямо зацепиться, вон туда. Примерно, наверное, как-то так сейчас и сделаем. Руль вправо немного. Хоть будем сейчас немножко хлебать, но будет все четко, наверное. Блин, сейчас будет жопа какая-нибудь, как всегда.
Да, народ, у нас жопа. Ситуация реально жопа. Нужно крутить руль вправо и лебедку срочно тянуть, иначе мы опрокинемся. И, по-моему, я вытянул ситуацию. Фух! Я реально сейчас уже подумал, что мы сейчас завалим всю нашу спецоперацию. Реально я уже был уверен в этом. Было стрёмно. Было реально стрёмно. Все, выползет или нет? Наверное, ж выползет. На дерево полез. На дерево точно не выползет. Так, надо, чтобы лес наш нормально выехал, поэтому его так канаёбит по всем сторонам. Так, руль. Где ты? Есть руль? Есть, отлично. Все, едем дальше. Фух, проехали. Причем уже без карты, уже выучили ее полностью. Я реально сейчас переживал. Думаю, сейчас завалим. Блин, думаю, придется заново еще раз ехать. Страдать там, понимаешь ли. Ёпты. Снова вывесился, да? Морда в воздух. Не понял. В чем проблема? А, я не те кнопки жал. Так. Нам надо подтянуться в сторону. Причем такие елки, видите, как раз валят. А этот, как его зовут? Мас не смог. Ой, Мас. Зелок не смог их завалить вообще никак. Вообще ни при каких обстоятельствах не смог. Не получилось у него просто-напросто. Окразу вообще насрать. Блять. Жесть какая-то творится. Не вписываюсь ни хрена. Крутимся, вертимся туда-сюда, как непонятно кто. Стоп. Стоп, 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 ручник. Надо куда-то прилебедить немножко. Морду нашу. Типа такого как-то. Все, нормально. Сейчас доедем. Ситуация у нас в кармане. Уже 2 метра осталось ехать. Кстати, наверное, можно было тупо по воде туда. А, нет. Плохая идея. Чё-то слишком широкий угол, по-моему, я взял. Думал, будет как раз. А, так мы без полного все это время едем. Че, серьезно? А когда я его вырубил? Я его, походу, случайно вырубил, наверное. Где-то. Потому что я его не планировал вырубать. Так, а мы сели. То есть стоит один раз остановиться, и ты садишься сразу. Шикарно. Пополз. Ненадолго. Тоже лебедку только отцепил, сразу раз, все. Приехал. Ого. Подъемчик тут такой. Ощутимый. Фух. Так, ну, здесь груз у нас, получается, уже есть. Здесь груз есть. Последняя ходочка. Сейчас надо переделать наш кразик. Есть. Это пилорама, то есть у нас, по идее, заполнена, да? Да, шикарно. Фух, так, гараж. Ну, блин, с этого гаража сюда как-то проскакивать через лес не хочу, поэтому поедем снова отсюда же. Из нашего любимого сраного гаража. Так, распуск. Где ты есть? Что там установлено? Я не вижу. Запаска, понятно. Распуск нафиг. И... платформу нафиг. Так,
Блин, какой-то комар, что ли, на меня прыгает, или что это такое? Надо на 2 очка. А можно что-то попроще на 2 очка? Во, вот это вообще идеальный вариант. 212 литров. Я думаю, мне хватит. Я думаю, мне хватит, реально. В чем дело? А, понял. Так, а по времени что? Ой. Угу. Я потерял, как фары включаться. Так, 13.00. Хорошо. Надеюсь, доедем. Ну, хотя, блин, до ночи вряд ли, наверное, сейчас успеем. Наверное, ночью приедем. Но это уже такое, это изи катка уже осталась. Реально изи. Просто разочек проскочить и все. По мелочи. Причем вот так вот, без распуска. Блин, это вообще лафа. Вот сейчас я представляю, как он сейчас будет ехать. Что-то, по-моему, до этого с распуском он легче ехал по этому говну. Реально, походу, вес влияет. Так, ну и что у нас здесь? Так, 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 так. Лучше, наверное, сильно не топить. Бабах. Блин, мне кажется, урон можно получить от такого удара. Так, полный, наверное, включу, чтобы не будохаться здесь. Я, по-моему, он... Не, ну чуть-чуть активнее с полным заезжает. Или так же, черт его знает. Не знаю. Мне кажется, можно полным ехать сейчас и туда, и обратно, и нам все равно хватит топлива, мощи. Или проедем сейчас. Подэкономим немножко. Пару сотен метров. Вдруг. Всякое в жизни бывает. Потому что смотрите, или 2 литра, или 15 литров расход. Разница-то колоссальная, правильно? А, ну 5 литров тоже может быть. Ну не 15 все равно. Так, ну тут полный уже нужен, в любом случае. Без него тут уже никак. Фух, не верю, что уже карту эту почти прошли. Реально, мы бы могли уже закончить, если бы я не опрокинул груз. Реально. Ну я сам не уследил, я просто такой пошутил, типа, о, сейчас завалится. Но я думал, я уверен был, что он не завалится, он, зараза, завалился все-таки. И это был реально прикол, причем нифига не смешной. Сейчас только не завались, пожалуйста. Ну, кстати, парусность так повыше у нас, конечно, становится намного. Тут получается зелок, по идее, он пошире. И парусность меньше. Потому что там так уложено интересно. Домиком своеобразным. Все. Прет, прет. 12 литров в минуту. Жрет, как свинья просто. Охренеть можно. Как невменяемый хавает. Колея вообще уже какая-то дичайшая. По колено, наверное. Смотрите, реально на середину высоты колес уже колея. Кстати, по колее видно, куда катались последний раз. Какие маршруты. Жаль, что колея не срабатывает для тех, кто в мультиплеере с тобой играет. Прикинь, колею накатал, они потом ездят, матерят тебя, говорят, блин, нахрена ты тут накатывал, нарыл там своими мазами, кразами, камазами всякими. Блин, капец. Еле придавил, он уже лететь начинает просто. Ох, как коптит классно. Дизеляка. Мощь. Ёпты. Сейчас там мощь будет в воде.
Воды мощи побольше будет, чем у дизеляки этого. Сейчас, кстати, главное, чтобы нас еще течением там не снесло нафиг. Потому что вес это сейчас намного меньше становится. Я не знаю, стоит на клаве там проезжать или на руле. Может попробовать на руле, надеюсь, не снесет нас. Ну, в принципе, может снести. Но я надеюсь на хорошее. Я надеюсь на хорошее. Так, ну примерно наши же следы видно. Поэтому давай. Так, ну видно, что сносит течением. Почему-то на руль никак это не отдает, то, что нас течением сносит. Тоже практически полностью вывернул он. Только потом уже под конец начал реагировать как-то. Едет, едет, едет. Кразик. Молодчага вообще. Супер. Все, летим. Кстати, от топлива-то уже осталась фигня. Надеюсь, хватит до конца. На дальние маршруты, конечно, крас не подходит, потому что бак маленький. И расход высокий. Смотрите, двадцатка была только что. Сейчас сюда наверх поднимемся. Там можно будет, я думаю, поехать без полного. Нам полный, в принципе, нафиг не нужен будет. Все, вырубил. Потому что реально тут нормальное покрытие, можно нормально, спокойно ехать. Без всяких там проблем. И все. Блин, такая тень, будто лужа какая-то странная. Наверх какая-то дорога еще есть. Непонятно куда и зачем. Да блин, без полного вообще идеально едет. Дифа хватает, диф залочил. И все. Сейчас, наверное, время прохождения карты. Часа 3 сейчас будет. Или 4. Ну, потому что на руле, на клаве прошло бы быстрее. Плюс мы в самом начале тупили, плюс груз перевернули. Если бы не перевернули и вначале не тупили, это минус час прохождения. Это 100% минус час. Так, вот снова камушки валяются. Там дрова валяются всякие еще. Надо их лучше объехать. То мало ли, вдруг сейчас еще крас перевернется. Так, и надо полный врубать, потому что сейчас у нас подъем будет. Давай. Так, нужно камушек объезжать. Ёпты, я ж испугался, как урон пошел. Реально испугался. Думал, все, вымерли уже. До этого, кстати, урона не было. До этого тут нормально проезжали. Дерево? Не, проехали. Отлично. Ну все. Сейчас уже будут дома. А, стоп, мы же сейчас будем плавать еще в воде. И лебедиться, точно. Хотя, может, не придется даже лебедиться. Мы-то едем без роспуска, и у нас дров 2, а не 6. Поэтому, по идее, будет вообще легко, наверное. Ну, сейчас узнаем. Сейчас попробую так проехать, потом, если что, лебедку зацепим. Даже, в принципе, можно на руле попробовать. Ого. Чувствуется говнецо. Так, газку подубавим. Типа понижайка. Так, стоп, ну-ка. Когда он реагирует? А, вот уже пошел. Ну. О, видите, народ, можно регулировать и этот, и понижайка не нужна, потому что реально газом сам регулируешь, да и все.
Ползет, ползет. Мне кажется, он проедет. Кажется, реально проедет сейчас. Медленно так валится из стороны в сторону, но ползет. Вот в пол. Так, а ну-ка, по чуть-чуть. Ну, по чуть-чуть едет, но миллиметрами. Уже тяжело ему. Он зарывается. Можно, конечно, рулем покрутить. Может, где-то что-то и зацепит. Потверже. Двигается. Но давайте лучше лебеднемся сейчас. Потому что в этом месте, вы помните, мы садились так хорошо. Так, ну-ка. Все равно тяжело. Едет, но тяжело. Нифига себе. Резвый какой. Так. Только не завались, пожалуйста! Ты чё, блин? Стаскивает гада. Так, сейчас, по идее, камера сверху даже немножко будет у нас. Да? Нет? Странно, что до этого было? Тут как-то примерно прямо, по-моему. Пример. Так, левее немножко. Четко. Проскочили. Блин, ну Крас реально решает. Крас просто бомба. Крас просто бомба. Тихо. Блин, в этот поворот снова не вписываюсь. По инерции уже разгоняешься. Вон сколько бревен там валяется. Камушки наши любимые. Лучше проеду по нашим же дровам, чем по камням. Так, ну тут уже на клаве. Давайте заскочим сюда. Чпоньк. И... готово. Пух! 3 часа 21 минута. То есть 2,5 часа было бы, не больше. Грузовиков 5 из 5, гаражей 3 из 3. Разведано на местности 9 из 9. Пройдено расстояние... то ли 19, то ли 29, я не понимаю, что там нарисовано. Вот так вот. Фух, прошли. Народ, спасибо огромное, что вы смотрели это прохождение. Всем лайкусик ставлю. Вы тоже ставьте, пишите комменты. А я с вами буду на этом прощаться. С вами был Алекс, и всем пока-пока.